Всем доброе утро! Сегодня у нас среда, 18 октября. Мы уже собрались, едем в Леруа Мерлен. Кое-что нужно купить. Решили все-таки устанавливать мой бак, потому что с горячей водой так особо ничего не изменилось. Так что поехали за покупками. Леша серьезный такой. Я его подстригла, он лысенький теперь, класс. У нас кофейный перекус. Обожаю вот эти чашки, класс. Тут очень прикольный кафетерий в Леруа Мерлен. Тут можно и покушать. Очень классный ассортимент. Даже есть крем-суп из горбуза. 62 гривны. И для участников клуба Леруа Мерлен скидка 10%. Мне очень нравятся вот эти лампы. Да посмотри, там скрипичный ключ, love написано. Я только увидела сейчас. Глянь, как классно. Вообще. А Соне замутить такое нельзя? Что Соня? И нам можно замутить и Соне, и всем. И к Денису, и котикам можно замутить. Хом. Над каждой этой можно замутить. Это над точкой нашей доступа. Wi-Fi надо повесить, у нас так называется. Ну сколько такая лампочка? Love. Где цены? Вот она. Ну, в принципе, еще терпимо. 296. Ну, надо же еще и светильник, да, покупать? Или она патрон. Идет... Ну, патрон, патрон, да. Или она с патроном продается? Да, я думаю, нет. Вот. Я думаю, нет. Класс. Так, ребята, нашли освещение для кухни, для подсветки рабочей зоны. Вообще, цены обалденные. Вот 1,20 м мы взяли, 225 гривен. 600 миллиметров, 165. Отличная цена. Леша цяцу нашел. Цяцу. Нам разные цвета. Это же я пущу. Я говорю, я в ТикТоке нашла, как можно сделать за 3 копейки такую подставку. У нас есть круг от столешницы, которые мы вырезали под раковину. Обработать его. Купить деревяшку, прикрутить. С помощью уголка сзади там. Покрасить черный цвет и купить ледовскую ленту с таким пультиком. И сзади приклеить. И будет тебе такая подставка. И цена будет не такая, как вот здесь. Мне вот этот режим понравился. Обалдеть. Как тут много всего красивого. Супер. Вот бра с датчиком движения, 863 гривны. Нам надо датчик движения в прихожую. Давай купим. Ну, бру эту возьмем. А повтори, как ты сказал? Я говорю, давай бру возьмем с датчиком движения. Ну, просто сказал, вообще бра. В простонародье бру. У меня бру. Вообще бра. Только Леша может так исковеркать слово. Я вообще не могла понять. Ну да, и все довольны. А вот дешевле бру. Это раз, дороже. 650. Так это 477. 865. А, нет, это дорого, дешевле давай. 450. Ну, можно пойти поискать обычный плафон. Плафон. В подъездах вешают. Пошли. Знаете, как это на улице надо, да? Или нет? Не знаю. Да нет, она не... Хочу, ребята, сделать распаковку, что мы купили в Леруа Мерлен. Значит, смотрите. По-моему, 145 гривен. Стоят такие вот коврики. Ну, как коврики. Тут один такой отрез. 1,5 м на 50 сантиметров. По такому же принципу, как я покупала в эпицентре. Только дешевле. Называется он антискользящий коврик. Виниловый. Такой рифленый, прикольный. Все, тоже разрежу и положу в ящики. Купила вот такое пластиковое ведро для корма животным. Вот это вот кот на картинке, точно Макс наш. Ну, такой вот с крышечкой.
Ну, конечно, не сильно большое, но пойдет. Дальше. Вот такую накладную розетку купили двойную. Тройную для кухни. Вилки. Это Леша будет переноски делать сам. Набор дюбель. Ну, саморезы, я так понимаю, да? Тоже это Леше надо. 7 метров провода хорошего, медного. Вот он, двухжильный. Жидкие гвозди. Одинарная розетка. Тоже, я так понимаю, это саморезы, да? Шурупы. На развес продаются. И все. А, нет, не все, ребятки. Сейчас. Сейчас еще покажу. Я же забыла вам показать соевый наполнитель, который я получила. Он дешевле, чем крутой, который мы раньше покупали. Украина, производитель. На экране вы видите цену. Это с лавандой. А это зеленый чай. Тут 6 литров объем. Будем пробовать. Вот сейчас бентонитовый закончим. Там пакет начатый. И насыплю этот. Посмотрю, как он будет разноситься по хате. Всем доброе утро. Сегодня четверг, 19 октября. Приготовила завтрак. Хумус, сыр, отварной буряк, яйцо и кофе. Всем приятного аппетита, отличного настроения, удачи. Собираюсь на работу, уже сделала макияж легкий и готовлю сразу ужин, чтобы вечером, когда приехала с работы, уже не нужно было стоять на кухне. Сейчас покажу, тоже очень все быстро. Тилапия разморозила, вытерла бумажными полотенцами, такие у меня формы. Положила сверху вот такая приправа, здесь уже есть соль. Сбрызнула оливковым маслом, духовка 180 градусов. Сверху еще прикрою фольгой и запекаться минут 20. Она быстро готовится. Я на работе, все отлично, работа идет хорошо, продуктивно. У меня еще 2 пациента и домой. А я сегодня не в гордом одиночестве еду с работы. За мной приехал молодой красивый джигит. Да джигит вообще никакой. Поспал 3 часа замученный целый день. Натягался, наработался, натягался. Да, они сегодня мебель перевозили с одной квартиры на другую. Весело, в общем. И работу работали, и все делали. Ну да. Я, кстати, сразу попал на этот выход. Первая новость. Нам включили отопление. Мы сегодня прогнали воздух. Я. Леша был на работе, я прогоняла воздух. У меня получилось. Класс. Да, и потом Леша, мы приехали домой вечером. У Сони почему-то снова была батарея еле теплая, и Леша снова прогнал, сейчас горячая. Мы, ребята, послушали вас, ну и это логично. Диваном перекрыта батарея, тепло не идет, поэтому диван мы передвинули к стене. С правой стороны теперь он стоит. Батарея открыта, и сразу дух такой пошел хороший. Вот, в других комнатах тоже стало тепло. Единственное, мы не повесили еще батарею на кухне. Почему не повесили? Потому что у нас сломался перфоратор. И вчера, да, мы отвезли его в ремонт. Нашла я в интернете магазин поблизости. Ну, не магазин, мастерскую, где дядечка ремонтирует все эти инструменты. У него там завал. Большое помещение, все завалено вот этим хламом, который он ремонтирует. Мы
очень сильно попросили, чтобы он не откладывал в долгий ящик, и он молодец, сегодня перезвонил, сказал поломку, в чем причина, пропал удар. Боек поменял. Щетки в идеальном состоянии, он сказал. И ремонт сколько стоит? 120 гривен. 120 гривен ремонт. Завтра мы заберем, и дай бог, завтра, может быть, и повесим. Вот. И я еще с классной новостью для вас. Находка из АТБ. Ребята, если в вашем АТБ есть вот такой баллон для освежителя от своей линии. Своя линия удивляет. Это у нас оксамитовая пристрасть. Дальше гурманский ласущий. И сейчас у нас стоит уже в распылителе летняя насолода с арбузиком. Я купила сразу три. Там еще есть другие ароматы, но мне понравились вот эти три. Почему так много, скажете вы? Потому что цена халява. 47 гривен. А до этого, как только они появились, они стоили 40 гривен по акции. То есть, получается, на 120 гривен в среднем стоит, да? Ну, по акции бывает 90 гривен. Ну, а так за 100. Вот эти все глейдовские крутые. Идеально подходит для вот этого распылителя. Вот он стоит идеально. Можно купить три. Поэтому мы так с Лешей посоветовались и решили. Нам теперь несколько лет хватит. У нас режим стоит на каждые 36 минут. В туалете вообще аромат превосходный. И посмотрите на мое лицо, какое красное. А знаете почему? Леша пил пиво, фисташки купил. И мне прям так что-то захотелось. Я выпила стакан пива. И вот так организм реагирует на алкоголь. И так сразу спать захотелось. Расслабился. Ну, целый день в напряжении. Дома много дел поделала. На работе хорошо поработала. Потом пока добрались, поужинали и все. Разморила сразу. Когда ты голодный, ты более энергичный. Когда поешь, расслабляешься. И, кстати, заходили еще в Walmart. Купили сейчас акция на вот эти пряники. Они очень вкусные, кстати. Такие. 48 гривен сейчас такая пачечка стоит. Вот такие, как формочка мишки. Очень вкусные пряники. Тут, наверное, полкилограмма. Сейчас я посмотрю. Пишут они тут или не пишут? Да. А, 400 грамм. Ну, тогда не сильно такая большая акция, но все же. Я смотрю, что их тут мало. 400 грамм. 48 гривен. Но они вкусные. Все, работает посудомойка. Стирки сегодня у меня нет. Так что обязательно в АТБ заходите, покупайте. Они есть и в черном АТБ, и в синем АТБ, во всех. Если вашим не разобрали, обязательно бегите и покупайте несколько упаковок. И хочу сразу сказать о Торецке. Сегодня более-менее спокойный день. Ну, конечно, не идеально. Шумновато было периодически. Связь есть, мы разговаривали с Вовой. И электричество есть. Всем мирной, тихой ночи. Увидимся обязательно с вами завтра. Всех обнимаю. Всем пока-пока.